Собирайте бабки и вы на моем канале. Давно уже не выходили ролики по Brawl Stars. И думаю, многие с этим согласятся. И вообще давно не выходили никакие ролики. Поэтому сегодня я сниму ролик. Как вы заметили, ребятки, я играю на таре. Вчера просто открыл один ящик маленький, один ящик большой. А мне дропнулось на большом ящике, на последней ящике и чайчике тара. Я на самом деле был очень рад, и давайте за нее сыграем. Погнали, ребятки. Давайте, наверное, немножечко потише сделаем. Вообще звук. Не, давайте немножечко звук вставим. Я на самом деле на ней еще пока играть. Прям, блин, тут еще она вторая, и она довольно сильнее меня, ребят. Так, тихо. Она меня убьет нафиг. Так, ребят, хорошо. Короче, эта тара отбирает все. Еще одна тара тут. Сейчас мы эту тару попытаемся забрать на самом деле. Так, давайте все-таки сейчас заберем эту тарочку. Так, тихо, ребятки. Стремно, стремно на самом деле. Сейчас еще возьмем напиточек. Давайте вот, блин, лагает интернетчик. У нее нет выбора на самом деле, но я тоже не всесилен. Поэтому я просто отсюда ухожу, не буду мешать. Да, смотрите, еще тара. Здесь повтор тар. Ребята, я, конечно же, проиграл. Ладно. Еще, ребят, проиграл, да, проиграл. Ну, плюс 2 кубка мы получили, все равно. Интернет вообще очень плохо. Ребят, сегодня, то есть не сегодня, но думаю уже выпустить ролик по Майнкрафту на сервере. Блин, тут еще на тара. Кстати, я тоже хочу сейчас себе скинчик на тару купить. Я сейчас хочу тоже себе на тару купить. Блин, так что же это такое? У нас цены вот. Ребят, не судите строго, я не нуб. И давайте посмотрим. Это все-таки второй день. Я хочу тоже сейчас скину на тару, но он есть вообще? Нету еще пока. Еще пока его нету еще. Ну ладно, я как раз накоплю еще к нему. Кстати, и спайк еще за 349 гемов, но я не доначу, и поэтому я не могу его купить, ребят. Ну, как-то так вот. Поэтому погнали. Вчера просто дропнула тара с большого ящика. Я на самом деле тоже очень сильно удивлен. Я просто рад был. Она так крутилась еще не сильно. Так, давайте сейчас... Джина мы не заберем, ребят, тут еще и Леон делает. Это будет просто нереально. Оп. На. Так, надо до Джина сейчас. Затянулся с Джином нормально. Он с одной баночкой тут. Тоже с одной. То смотрите, около меня на питочке солнце, ребят. Друг друга убили. Если б не банка, я бы сейчас тупо ее замудохал. Ребят, я вам говорю, если б не банка, это ее убил. Это было просто жесть. Я вам говорю, просто жесть. Давайте сразу же еще раз. Я медлить не буду. Ребят, наушники спадают. Вообще не в тему наушники. Кого нет, давайте сразу банку заберем. Сейчас тара, ну, такая себе на самом деле. Мне, конечно, тара это мой самый любимый мифик, но немножечко она себя поддает, ребят. Так вам скажу. Немножко тара себя поддает. Немножечко, ребят, тара себя поддает.
Но я не разочаровываюсь. Просто вот так вот пайка забираем. Осталось немножечко накопить детишки. Поэтому я сейчас прямо в тему, может, забрать. Ребята, если слышно посторонние звуки, я попытаюсь их убрать. Жестко. Тихо. Есть, забрал. Хорошо, ребят. Тихо. Блин, я думал, сейчас меня Пайпер убьет. Ой, тихо, ребятки. Блин, это что же это такое? Забирает Тара. Ой, Пайпер. Я что-то сегодня вообще плохо как-то играю. На самом деле, днем в парном столкновении три раза там занял первое место. Я убрал за просто сейчас очень редко начал заходить. С 8 битом я не связываюсь. Потому что он меня убил. Еще и 8 бит сюда припёр, заставил меня убить. Еще интернет лагает очень серьезно. Ну, блин, сейчас минус дадут, минус один, ребят. Сейчас еще раз играем. И просто сейчас забираем топ-1 в свою пользу. Я сейчас отвечаю, просто забил топ-1. Попытаюсь. Обещаю, попытаюсь, ребят, на самом деле. Я не на легендарочке играю, ребят, честно скажу, не на легендарочке. Ну, тут Тинай появился, но как-то я ему не сильно... Блин, вообще Спайк бегает. Не, ну я Спайка-то заберу, по-любому это. Если он меня не заберет, хотя его довольно легко забрать. Просто тихо. Меня это бесит, ребят, серьезно. Короче, не связываемся с легендарками, хотя со Спайком уже немножко побалдеть, так сказать. Со Спайком можно немножко подраться, ведь он не в равной силе, конечно, но если это играет прям профи, то, в принципе... Тихо еще. Блин, интернет. Тихо, ребят, интернет. Вообще, смотрите, просто... Блин, а... Это капец, интернетом творится просто, я смотрю банками. Еще и ворон здесь. Ну, хоть одна баночка сейчас. Тут еще и Тарус банками. Ой, ворон. Тихо. Я так и думал, что он меня сейчас заберет. С одной стычкой, да, ребятки? Ну, ладно, давайте уже на Таре не будем. Она все-таки мне... Немножко кубка так слила. Давайте пока на... Давайте еще одну катку на Таре все-таки сыграем. И думаю, и все, короче. И на другом персонаже. Сейчас просто играю, и все. Вот, кстати, кто бы хотел легендарочку, поставьте лайк. Мне очень хочу знать, короче. Тихо, сейчас заберем. Не заберем. Один его выстрел мне хана, ребят. На, смотрите, опять друг друга. Но я все-таки его убил впервые. Чем он меня, ребят, спасил. Ну, ему минус точно больше попалось. Я не знаю, ребят, я капец как проигрывать стал. Вообще жесть. Хорошо, ребят, погнали. Так. Давайте вот, я не знаю, попытаемся как-нибудь все-таки занять первое место, но то, что здесь
здесь коктейльчики есть. Это вообще сейчас не в тему также идет. Тут еще и тарочка, повторочка моя. Тихо. Опа, валим, ребята, валим. Валим, ребят, с 8-битом. Я вообще не связываюсь. Я не хочу умереть сразу же. Хотя бы одна баночка у меня есть. Но сейчас, короче, отойдем в какое-то место. Надо также проверять кустики. И будем ждать, пока заспонит какая-нибудь баночка у меня. Так, я пишу, я убегу сразу. Все, валим, ребят, с 8-бит за нами. Ведет охоту, ребята. Тихо, надо проверять кусты. Тихо. На. Если бы я сейчас не зашел тупо в эти кусты, я бы не проверял. Так, я не знаю даже, что делать тупо. Как-то так, плюс один кубок. Ну, ладно, в принципе, нормально. Окей, давайте дальше играть. Просто хочу сейчас нормально играть на таре. Просто нормально хочу играть на таре, а не... Блин, ну, 8 бит вообще офигел. Они меня сейчас тупо затащит. Валим, ребят. Он меня не выпустит, это очевидно. Ух, он уходит, слава богу, просто, ребят, повезло. Блин, я сейчас не хочу просто проиграть, на самом деле. Тихо. Не убивайте, ну... Ну, в принципе, окей, опять проиграли, хорошо, два кубка. Давайте за... Давайте... Оп! На пайпер. Давайте на пайпер, хорошо. Так, ну... Окей, сейчас мы играем за папер, и сейчас динамайк начнет бросаться своими бомбочками. Как это? Сосисочками. И... Да нет, он ушел просто, ребят. Не было ему что делать, и он ушел, так сказать. Ой, тихо. Вот это сейчас меня просто забили кармой, короче, ребят. Так, не обращайте внимания на... Этот звук, который сейчас был. Так, давайте тогда за метателя тоже сейчас. За... Давайте за... Этого. Где? Вот, Барлейк. Все, за Барлейк сейчас будем играть. Я на самом деле за Барлейку один раз против Леона с 11 банками... нормально так его затащил, и, короче, один на один было, мы с Леоном остались один на один, и я, короче, его убил, вот. И, короче, вот так вот как-нибудь то и было. Надо бы сейчас себе нормально баночек набрать, и также не играть тут, потому что довольно сильные соперники есть. Тихо, вот, например, как и Роза. Ну блин, ну почему Роза? Вот это капец просто. Давайте еще раз, ребят, это... Я сейчас нервничаю, блин, ладно, забейте, ребят, сейчас мы затащим. Какой раз я уже говорю, что мы сейчас затащим, но мы нифига не тащим, ребят, я вам отвечаю, просто нифига не происходит, ребят. Тихо, он хочет напиточек взять.
Ничего. Опа, чай, ребятки. Напиточком кончик. Так. Лена, ребятки, стоимо. Все, сейчас его папе. О, тихо, она мне. Сейчас она, наверное, ультой ко мне как бы попытается подобрать. О, тихо. Тихо, не меня тоже. Все, не меня. Валим, ребятки. Ну, это жестко было, хотя я почти... Ну, ребят, короче, на этом, я думаю, все, потому что серия уже довольно долгая. Буду, короче, заканчивать, ребят. Всем пока, до скорых встреч.